День. Меня зовут Марцис Юевич. И я хочу вам рассказать, как поддержать мой проект на Планета.ру. Итак, заходим на главную страницу. И на сегодня мы представлены. Мы это один из четырех проектов, который представлен на главной странице. То есть мы можем попасть на репринт санскрита русского словаря Косовича с главной страницы. Или через проекты литература. То есть есть разные способы попасть к нам. Итак, значит, из необходимой суммы 230 тысяч на издание 1000 экземпляров словаря собрано уже треть. Не прошло еще сутки, собрано треть. Но рано расслабляться, потому что наиболее верные поклонники уже сделали оплату. То есть мне нужно убедить вас сделать то, что вы почему-то до сих пор не сделали. Итак, заходим на страницу проекта. Здесь есть часто задаваемые вопросы и ответы, на что идут собранные средства, как я смогу получить свой заказ, что будет, если будет собрано больше заявленной суммы, можно ли будет забрать книги самому. Описание к проекту. И, собственно, сами бонусы. Бонусы приведены справа. Один экземпляр словаря Косовича это 900 рублей, доставка за границей того же одного экземпляра словаря 1650 рублей, любая сумма, если не подходит ничего из перечисленного, вы можете здесь перевести любую сумму, комплект книг, значит комплект из 8 книг стоит 6000 рублей, комплект с доставкой за границей 8900. Курсы санскрита 10 тысяч рублей и просто желание поддержать меня 25 тысяч рублей. Итак, значит, выбираем, например, один экземпляр словаря. Ага, понятно. Ну, или, например, два экземпляра. Один. Купить акцию. Заполняем поля. Можно самовывоз в Москве, метро ВДНХ, или доставка почтой. Способ оплаты достаточно разнообразный. Банковская карта, Яндекс.Деньги, онлайн-банки, оплата наличными, мобильные платежи, Киви-кошелек, WebMoney, например, Яндекс.Деньги. Заполняем анкету и перейти к оплате. Собственно, все. У нас осталось 29 дней. Это немного, особенно в преддверии Нового года. Можно просмотреть видео. А здесь список тех, кто уже отдал свой голос нам. Прошу поддержать меня. И вместе мы сможем издать первый санскрито-русский словарь Косовича. Всем спасибо. До свидания.